2 года тюрьмы за убийство 2 человек. Такое наказание для водителя внедорожника, который врезался в остановку с пассажирами, утвердил Донецкий апелляционный суд. Тем самым отменен предыдущий приговор, по которому Артема Миргородского осудили на 7 лет лишения свободы. В прокуратуре Донецкой области пока не определились с дальнейшими действиями. Добиваться отмены последнего решения суда, если и будут, то лишь после 29 июля. Тогда сторона обвинения получит документы с аргументами суда. Предположительно, одна из причин смягчения наказания – это потеря сознания обвиняемого в момент трагедии. Мать одной из погибших уже заявила, что будет добиваться более строгого приговора. Буду подавать в Киев касаться в Верховный суд, чтобы рассмотрели это дело. И, по-видимому, будет подавать и прокуратура, потому что был прокурор Мамуки, и он там требовал 7 лет лишения свободы. Дали 2 года.